сорт Королева Ингрид. Достаточно компактный сортик. Вырастает не огромным кустом. Компактные и листики, и шапочки лососевого такого нежного цвета. Камеры, к сожалению, не совсем передают оттенок. Он такой менее розовый, больше немножко в оранжевый цвет идет. Такой приятный, красивый сорт. Неприхотливый, очень обильно цветущий. Это начало цветения. А это сорт Peppermint Twist. Такой сорт праздник. Яркий, с такими всполохами на лепесточках. Крапчатая расцветочка. Крупный, вырастает за сезон достаточно большим. Крупные листья и сами соцветия. Это тоже начало цветения. Вот, правда, его немного потрепал ветер. Он уже не так выглядит эффектно. Но это только первое цветение. Дальше будет еще более богатая шапка цветов. Вот такие огромные. Больше ладони. Бывает еще крупнее и плотнее сами соцветия. Цвести начал в доме, поэтому, видимо, не так много было света. А на улице он, конечно, будет чувствовать себя гораздо лучше и цвести более обильно.